Итак, всем привет, с вами снова DOSKOS, это максимальный уровень в Battlefield 4. Я вообще выбирал, конечно, на этом сервере другую карту и другой режим, Rush. Но это зона затопления и захват, большой. Ну ладно, что ж, поиграем на нем, ничего страшного, я думаю, не будет, если немножко другой режим поиграем. Ладно, посмотрим, мы уже тут захватили кое-что, погнали, короче говоря. Нечего тут рассиживаться особо. Нормально, как всегда. Просто, как всегда, нормально. Так, ну хотя бы его убили. Обнаружен вражеский снайпер. Прием. А где второй-то? Что-то я его не вижу вообще. Потерял полностью. Такое ощущение, как будто его и не было. Жалко, что я не подпалил, конечно, из гранатомета вертолет. Было бы меньше вопросов. Ну ладно. Более-менее пока нормально, я думаю. Такс, вон там еще один противник бегает. Вообще опасно одному находиться. Давайте-ка кинем туда гранату. Пойдем за вот этим вот. Здесь никого уже нет, правда. Ну ладно, попробуем захватить эту точку в одиночку. Блин, я не перезарядился, и, конечно, нельзя было так делать. Нельзя было так делать. Я имею в виду на вертолет отвлекаться, когда я тут точку захватываю. Понятное дело, что здесь кто-нибудь возродится. О, у нас все точки-то уже позахватывали, оказывается. Нормально вообще. Вообще нормально. Куда ты летишь? Вот сюда лети, дубина. Сюда лети, сюда лети. Ну что за люди? Починить твою машину? Погнали. Высаживаемся, смотрим. Здесь никого. Здесь никого. Идем сюда. И, в общем-то, отжимаем точку. Давайте сюда сядем. Авось, никто не заметил, что мы сюда засели. Но, тем не менее, кто-то сюда прибежал. Обратно сядем. Так. Ну, тут перец убежал. Хотя, нет, не до конца убежал. Плохо, плохо. Ну ладно, я захватываю точку и черт с ней. С остальным разберемся, я думаю. Так, опять кто-то прибежал. И я, конечно же, посмотрел не в ту сторону. Не везет мне на это, то есть... я вижу противника, отвлекаясь на него, в это время противник другой, в общем-то, меня безнаказанно абсолютно убивает. Как-то вот так постоянно и получается. Так, он вниз, да, пошел? Замечательно, просто из магнума с такого расстояния в башку. Что может быть лучше? Надо разыграться. Просто надо разыграться. Никого. Гребаный МГ-4. Сделать пока ничего не могу, к сожалению. Так, минус один, окей. Уже получше. Начинаю себя чувствовать. В кого стреляешь-то, алё? Так, отлично. Голографический прицел получше, чем то, что у меня сейчас с точкой. Его часто бывает не видно просто-напросто. Поэтому и получше. Это там где-то бегает. Снизу могут пойти в любой момент. Скорее всего, через несколько секунд так оно и будет. Кто-то пойдет снизу.
Там внизу тоже какие-то разборки происходят. Ладно, пока. Даже не знаю, чем заняться. Осколочная пошла! Кинем гранату ему туда. Блин, убойная сила никакущая, конечно. Ну чтоб тебя, ну какого черта? Где наши? Где наши? Где все наши? Медика, что ли, взять? Хотя смысл. Хотя смысл не медика брать. Техника практически полностью отсутствует. Поэтому. Я хотя бы пехоту буду более эффективно убивать. Вот видите. Вообще ничего не получается сделать. Надо брать медик. Так, отлично. Все точки опять захватили. Что эти здесь делать, непонятно. Хотя там кого-то убили. Может и стоит там кого-то защищать. Так. Ну еще куда он отходит? Пока дождешься, что он пойдет в нормальном направлении, уже 500 раз пожалеешь о том, что решил подождать. Давайте сами дойдем туда, куда нам нужно. Ни на кого не рассчитывая. Лишний раз. Ладно, поднимаемся. И готовимся к противостоянию. Хотя здесь сложно кого-либо заметить. Но это сделать необходимо. Черт возьми. Первая помощь, опять по мне откуда, непонятно откуда стреляют. Ну, с крыши, наверное, скорее всего, да? Ну, видимо, да, с крыши я встаю в полный рост и по мне начинает шмалять. Видел бы я его, может быть, пострелил бы. Ну а так не вижу нифига. Да ну бред какой-то, наших никого нету. Вообще. Вообще никого. Я здесь один путаюсь под ногами у противника. И все. Где 15 человек? Почему возле этих двух точек никого нету? Почему этот под мостом стоит? Тебе делать больше нечего. Стоять больше негде или что? Непонятно. Что-то они творят. На кой сдались вам вот эти вот крайние точки? Вот крайняя точка вот эта. На кой сдалась? Надо вот эти вот забирать две. Все будет нормально. А то, чем вы занимаетесь, это полный бред. Ладно, снова поднимаемся. Никого не вижу. Ничего не слышу. Отметок противника нету, естественно. Не получается. Кто-нибудь будет мне помогать? Я не понимаю. Ни разведданных, ни союзников, никого нету. Вообще никого. Понимаете? Вообще никого нет. Эти что-то там жучатся на гребаной шоссейке. Этот стоит, блин, вся команда дебилов здесь стоит. Что за отряд я попал вообще? Выбор команды. Другую команду дайте. Усилитель мне дайте. Хотя я чувствую, бесполезно усилитель сейчас использовать. Ни хрена я не накоплю 50 очков опыта. Будьте добры. Снайпер засел там. С СРАРом, блин, с дурацким. Это жесть. Все-таки точку захватили, окей.
Так, попробуем. Попробуем что-нибудь сделать, я не знаю что. Держи. Вот медикаменты. Чувствую, сейчас будет вот отсюда лезть. Хотя, может, и не будут. Ну где, где, где? Все, 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 где? Где все? Это в уголке нормально стоит ему. Вообще пофиг на все. Кто-то здесь еще орал. Не по-нашему. Смотри, замечательно. Ну и где он? Блин, надо было перезарядиться. Ах ты, черт, больно! Все-таки больно! Дерут-то. Надо валить с этой позиции. С проклятой. Зараза! Этого никто не выцепил. Здесь уже противник, по-моему, шатается. Еще один. Она довольно-таки долго держала оборону. Всех поубивали. Нахрен ты туда идешь-то, а? Вот нахрен тебе это. Он стену мочит. Замечательно. Просто. Экстаз ловит. Нафиг ты уничтожаешь, что бэху, если она ничего не делает, а? Ну, вот сейчас еще раз появится БМП. Точнее, не БМП, а БТР. Сядет туда кто-нибудь, кто будет занят делом, а не стоять около стенки и мочить стенку. Конечно, будет лучше, правильно? Пускай бы этот сидел там, дурачок, и сидел бы, в стенку таращился бы. Наблюдаю вражеского солдата! Не зевайте! Вижу вражеского бойца в вашем районе! Прием! Не попадаю. Ну чё, будет кто-нибудь еще? Все, стекло загажено, правда, ни хрена не видно. Не, ну это бесполезно, конечно. Стойте. Да, я смотрю, как мы обороняем эту точку. Да ну нахрен. Вот что я могу сказать. Просто да ну нахрен. Но почему у этих-то позиций никого нет? Зато здесь есть. Тут прям засели и засели. Ладно, продолжаем свой нелегкий путь к тем двум точкам, которые... Более-менее как-то мы отхватываем, но не удержим, нифига. Потому что сразу же все оттуда убираются из наших. Я там что-то одну точку поудерживал, и все. Меня, естественно, убили. В любом случае, убили бы, когда патроны закончились. Ну, а я тебе помогу. Вот аптечка. Совсем дурак, что ли? Вот, аптечка, парень. Ты будешь по кому-нибудь стрелять или просто убежим, может быть, отсюда, а? Как, вариант, не вариант. Гребанное подавление, ничего не могу сделать. Держи под ним. Свою аптечку, чувак. Авось в окно залетит, а? Да иди ты нафиг. Господи, он даже прикрыть не может, а там туда побежал наш соотрядовец и, в общем-то, ничего не сделал.
Наших здесь реально никого. Просто никого. Практически. Один человек что-то. Ну, конечно, заслонил весь проход. Спасибо. Клеймор! Замечательно. Мог бы Q нажать. Что, с твоей позиции не видно было? Ты же там полчаса стоял. Так, одну точку мы здесь отхватили. Окей. Ну куда ты бежишь? Точка в другой стороне, парень. Алло. Захват-то будем производить. Да ну нахрен, никого нет просто. Никого нет. Ну что я один сделаю? Ничего я не сделаю в одиночку. А никто точки захватывать не хочет. У них какая-то тактика странная. Захватят одну точку и сидят около нее. Смотрят. Любуются, наверное. Ага, я засек вражеский вертолет. Так. Ни хрена не вижу, нифига не слышу. Кого-то убиваю в голову, опять сзади. Ну что такое? Жесть. С этой командой я далеко не уеду. Блин, куда они там все время проваливаются? Так. И этот взялся откуда не возьмись. И опять здесь один. Весело. Надо было все-таки внутрь зайти. Но я как раз таки для того, чтобы внутрь зайти, начал перезаряжаться, потому что думал, что там кто-нибудь есть. Оказалось, все намного более прозаично. Отовсюду уже начинают палить. И что это было? Через бетон прострелил, что ли? А ну только картонные эти дома простреливаются. Ну уж не бетонные точно. Видимо, я ошибался. Так, я так понимаю... Нет, это наш. Откуда мочат-то? Я слышу крики, но не вижу откуда, кто. Они сзади были, оказывается. А, здесь проход на лестницу, понятно. Просто проход на лестницу. Хорош уже, а? Хороший разброс у АЕКа. Без прицела. Эй, парни, да зараза, ну возьми, опять по мне. Весело такая. Еще более весело. Такое ощущение, как будто нас сразу в три, наверное, меньше. Я вообще ничего не могу сделать. Просто ничего не могу сделать. Блин, там этот ходит. Противника я сейчас точно видел. Понятно, куда он делся. А, он сдох. Кто-то с крыши там еще, по-моему, палит или что, я не понимаю. Так.
Окей. Окей. Еще один там герой нашелся. Давай дальше. Хорошо, идем. Держи, на, держи. А вот тебе пригодится. Здрасте. Черт, я просто максимально сейчас сосредоточен. Вертушку никто не собьет, я так понимаю. Зараза. Да хватит уже, а. Гребаные смертники, тараканы. Я засек пленника противника точно к западу от вашего местоположения. Пора им тактику менять, судя по всему. Но они особо что-то не хотят. Давай, 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 давай. Нормально. Держим ситуацию в руках. Ну, до этого момента держали в руках ситуацию. Стоило мне обратно отойти, ну, они как раз в это время изменили тактику. Естественно, лечить меня никто не собирается. Судя по всему, некому. Ну ты ж туда смотришь, ну какого черта? Соотрядовец гребаный, ты ж туда смотришь. Нахрена ты туда смотришь, если ты не стреляешь? Мне просто этого не понять. Обнаружил вражеского солдата. Не, в башку я не стрельну, не попаду на таком расстоянии. Грёбаный навес. Граната пошла! Везде бегают уже. Вертушка! Вражеская вертушка! Так. Все-таки попал. Хотя почему до этого не попадал, непонятно. Надо бы здесь поосторожненько себя вести, выпячивать свои бока туда-сюда. Снизу никто не идет. Снизу спокойно пока все. Эх, зараза. Держи аптечку! Куда ты кинул аптечку, алло? Там снайпер, что ли, работает? Конечно, там снайпер работает. У нас вертушки херней занимаются, честно говоря. Ни разу наша вертушка не пролетела над этой крышей. А наша вертушка вот здесь вот что-то копошится. Просто олень. Просто оленя. Волшебные, мать его, олени. Ну и чё? Ехал, ехал. Приехал, вылез сразу же. Просто. Что тут происходит, да? Мне с этим разбираться теперь, что ли? Так, ну здесь вроде... Нет, всё-таки есть кто-то. Ладно.
Тихо, спокойно. Вот аптечка. Все нормально, парень. Нет, все ненормально. В голову, ну почему? Ну почему? Там еще кто-то возродился. Ладно, сравниваем. КД хотя бы. Не, я вертолет брать не буду. Нафиг. Портить кому-то карму. У меня задача поважнее, у меня хотя бы задача сравнять КД. Так, сверху опять кто-то сидит. Так оно и есть. Главное находиться сейчас под крышей. Потому что сейчас полетят, блин, веселые десантники. Все, есть захват. Теперь надо второй захват осуществлять. Ну, надо и прикрытие точки, конечно, осуществлять. Сейчас попытаемся не наделать глупости, конечно. Я так и знал! Ну, зачем я туда посмотрел? Ну, если надо было сюда посмотреть. Зачем я это сделал? Там же орали... По-русски, значит, американцы. Как бы это глупо не звучало. Я зачем-то полез на улицу смотреть. Ну, вот. Вот. Ступил, поплодился. Тихо. Самое время сбросить жирок. С высоты четырехэтажного дома. Я их даже отличить-то не смогу. Вылечить, я имею в виду. Блинский, блин. Кто где, не поймешь нифига. Замечательный мужик. С СВД. Да. Что-то я застреваю. Жирный, что ли? Настолько. Че, их там убили все? Да какого хрена, а? Ну, постоянно такая херня. Я в самой неудачной позиции нахожусь. Нет, это не вариант. Я ненавижу эту карту. Так же, как и гребаный завод 311. Не могу ничего сделать. Постоянно какие-то не те позиции и так далее. Сзади еще прессанут. Ладно, хотя бы немножко помог в убийстве. Пошла граната! Так, жрите там наши. Давно, твари! Попутал, извиняйте, не в те гранату кидаю. Осторожно! Вижу вражеского пулеметчика, прием! Да, он меня сейчас еще и перестреляет. Замечательно. Забирай свои медикаменты! Так, будет здесь кто-нибудь подниматься или как? Наверное, будет, но не сейчас. Вообще надо на ту сторону и захватывать точку. Осторожно,
Давай, 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 давай. Да кто по мне настреливается? Ну опять 25, ну крышу чистить надо. Сколько можно уже терпеть этот, эту хрень? Че, не пострелять вот так? Опять оттуда, опять ту сторону никто не контролит. Ладно, пойду туда, что ли, я не знаю. Пойду, что ли, туда. А вось на кого-нибудь нарвусь на единичную. В лоб. Самое главное. А не в спину. Никого не вижу, никого не слышу. А мне начал кто-то сразу вдалбливать. Да уберись-то отсюда! Видишь, я человека жду. Наркоманный. Отсюда пока никого не лезет. Возьми лекарство! Пускай будет так. Ну все, я всрал все свое КД на этой мапе. Спасибо большое, конечно же. Вроде все играют за инженеров, и никто вертушку-то и не сбивает. Странно. В общем, полная фигня получается. Ну и что там дальше? Звезда пойдет? Или что-то еще будет открываться? Ну, в общем, слил напрасно весь свой бустер. Просто напрасно. Нет, еще CZ-805 пойдет дальше. До него, кстати, не так уж много осталось. Там где-то третий раунд сыграем, у нас откроется новая пушка. Ну ладно, мне пока АЕК нравится, поэтому не знаю. Посмотрим. Может, возьмем, посмотрим, постреляем. Там уже решим. Ну ладно, вот штурм, наконец-то. Штурм. Хоть что-то. Повеселимся сейчас. На нормальной карте. Здесь будет практически наплевать на команду. Особенно в режиме штурма. Можно будет что-нибудь подделать такое. Более-менее нормальное. На нормальном уровне. Главное, чтобы карта опять-таки не тормозила слишком сильно. Тогда все будет в порядке. Ну, посмотрим. Давай, грузись, что так долго-то? Полгода выгружается. Загружается, прогружается, перегружается, отгружается. Наконец-то загрузилось. Давай, погнали. Будем играть, естественно, за штурмовика. За кого же еще? Ну, можно, конечно, еще за рейнджера попробовать. Но пока за штурмача поиграем. Что там уже? Уже заложили заряд. Замечательно. Поехали.
Я уж думал, он не будет разминировать. Так, там бетер. Туда лучше не высовываться. Выйди нафиг, а! Ты дурак, что ли? Думаешь, я тебе уступать буду? Наивный блин тут нашелся. Ну и где все атакующие, мне интересно. Опять там кто-то установил заряд. Вы прикалываетесь. Очевидно. О, да, здрасте, да. Я так и знал. Если не на этой крыше, то на той. Я не на ту крышу рассчитывал, скажем так. Засели там. Говнари. У меня винтовка так не поднимается. Зараза. Ну где все-то, извините меня. Ну вот чтоб он так на крышу зашел и просто убрал меня с ножа. Это надо... Это надо всем просто отойти куда-то, непонятно куда. Вот это прикол. Вы видели когда-нибудь такое в этом режиме? Я не видел, честно говоря. Так, еще и всех убили. Нормально. То, что нужно. Просто охренеть. Это слив. Опять команда дебилов. Ну что ж такое-то, а? Не опять, но та же самая команда, естественно. Это просто тупо слив. Ты автоматом пользуйся, а не гранатами, идиота кусок. Так, что там опять? Все, на этот раз с концами, да? Ладно, здесь что ли будут сидеть, я не знаю. Отсюда вроде как пруд. Индивиды. Разные. Внимание, противник захватил базу, повторяю, противник захватил базу, прием. Буду охранять этот проход. Так, тихо. И что мне с ней делать? Гранат кинуть, что ли? Это просто, это жесть. Я не могу уничтожить клеймо. Вообще никак. Замечательно. Ты откуда здесь взялся вообще? Ой, наши опять тупят. Че, все? Первая линия защиты уже уничтожена? Пока нет. А, или уничтожен. Какое-то другое место. Да, уничтожено. Абсолютно полностью. Танк еще долго. Держи, браток. Не расслабляйся там особо. По-любому откуда-нибудь отсюда попутся, с этой стороны. Тоже вариант. Нахрена я на троих выходил? Знал же, что там трое. Ну, я верил в силу АК, а точнее АЕКа. И верил, что попаду кому-нибудь в голову, но в итоге нифига. Ребята, а выйти не дано? Хоть на сколько-нибудь. Потому что если вы будете здесь сидеть внизу, то вас рано или поздно запрессуют просто-напросто. Надо же территорию какую-то охранять, держать. А не просто два квадратных места, на котором уже ничего не сделаешь. В
придется подстраиваться под общие правила. Конечно. Да опять в голову, ну что ж такое-то? Как мне везет. Все, доигрались опять. Опять доигрались, не держали вообще ни метра территории. В итоге сами видите, что. В итоге разгром. Сейчас сюда еще и танк приедет, небось. Вниз прямо. Кое-как отбились, я не знаю, каким образом вообще. Но как-то смогли. На улицу надо пытаться выйти. А не здесь сидеть, до усрачки. С этой дырки не пут почему-то. Очень странно. Держи. Сел он там, блин. Решил отличиться. Думал, что кто-то ему это сдаст сделать. Ну, вообще все дали бы, но только не я. Я такой роскоши не могу себе позволить. Да твою налево. Все забили на ту сторону. Ну, обратно. Ну и, конечно, в меня. Все-таки 10 на 8. Счет. Несмотря на попытку меня, конечно, поднять на ноги. Отлично, это, оказывается, дверь была. Надо было смотреть назад, конечно. Я этого не сделал, это моя ошибка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда спрятаться, черт возьми? Некуда бежать. Просто некуда бежать. Везде обложили. По полной. Надо выбраться на улицу, я говорю. Надо выбраться на улицу. Пожалуй, через этот проход попробуем это сделать. Блин, это все свои. Это все свои. Так. Это нехорошо, сюда может танк въехать. Хотя, если наш танк въедет, то будет просто замечательно. Ну что, будем караулить эту дырку? Так, кто-то мне в ответку кинул. Здрасте. Окей. Блин, это сверху уже мочит. Зараза! Давай сюда. Фух. Нормально все-таки отыграли. Ну что, я думаю, можно заканчивать на этом. Раунд тоже закончен. Ладно.
В общем-то, я ради штурма и шел на этот сервер, но получил в итоге захват. Ну, а штурм более-менее получился, я считаю. В общем-то, неплохо. Мало опыта, но это не страшно. Ладно, я надеюсь, так или иначе вам понравилось. Смотрите следующие серии, предыдущие, ставьте лайки и так далее, подписывайтесь. С вами был Доскус, всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.